2 ноября в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоялся открытый танцевальный фестиваль-конкурс «В радуге танца», посвященный Дню народного единства. «Танец объединяет» – под таким девизом прошел фестиваль. Возрастной диапазон участников от 3 лет и до бесконечности. Танцы народов мира, эстрадный танец и даже зумба – это был настоящий праздник хореографии, на котором главное не призы, а искусство и отличное настроение.